Чтобы однополые браки были легализованы во всем мире и будут добиваться этого. С таким заявлением сегодня выступил госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри. По его словам, закон о всеобщей легализации однополых союзов, накануне утвержденный американским Верховным судом, справедлив. Реакция последовала и из Белого дома. Там, правда, обошлись без слов. Вместо них подсветили здание радужными цветами ЛГБТ-сообщества. Впрочем, рады решению суда не все американцы. В социальных сетях и на интернет-форумах тысячи гневных комментариев. Некоторые из них, из этих авторов, то ли в шутку, то ли всерьез, заявляют, что теперь переедут в соседнюю Канаду. Против высказались и некоторые политические деятели, например, бывший кандидат в президенты республиканец Рик Санторум. Он усомнился в том, что радость гей-сообщества разделили бы отцы-основатели США.